Привет! Сегодня опять шри-ланкийская кухня. Блюдо называется egg roll. Яичные рулетики. Если вы не любите острое, не кладите чили вообще. Для начала отварим 3 средние картошки. Еще нам понадобится 3 вареных яйца вкрутую. Для начинки нам понадобится 3 средние лучины красные, 2 средних чили и 2 зубчика чеснока. Это я размельчу в блендере. Растолчем картошку. Для начинки жарим на растительном масле лук, чили, чеснок. Немного обжариваем. Пока жарится, добавляю туда 1/2 чайной ложки порошка чили, соль, перец и листья карри. Теперь обжариваем лук. Лук немного поджарился, добавляем туда тунец. У меня маленькая баночка, вот такой вот вес. Добавили тунец, добавляем отварную картошку и лимонный сок. Теперь еще немного жарим. Размешивая, обжариваем минутку-две. Теперь займемся блинами. Для блинов нам понадобится 1 яйцо, стакан воды, 200 мл кокосового молока, мука и соль. К яйцу добавляем соль, воду, кокосовое молоко и муку добавляем понемножку. Масса должна быть примерно так, как для тонких блинов. Теперь все как обычно. Жарим как тонкие блины. Но только с одной стороны. За время, пока жарится блин, приготовим наше рабочее место. Здесь 3 яйца, которые мы отварили, разрезаны каждый на 4 части. Здесь то, что мы обжаривали, картошка, лук, тунец. Первый блин готов. Кладем его обжарившейся стороной вверх. Кладем много массы, где картошка, соль, картошка, лук, сверху яйцо и заворачиваем. И так делаем со всеми блинами. Этот этап готов. Приступаем к следующему. Следующий этап. Яйцо. Стакан воды. Мука. Размешиваем. Такая у нас получается масса, как жидкая сметана. Берем каждый блин, макаем и в панировочные сухари. Так делаем с каждым блином. Этот этап тоже завершен. Теперь оставляем так примерно на 1/2 часа, пусть немного обсохнут. И приступаем к следующему этапу, к завершающему. Итак, приступаем к последнему этапу. Наливаем в емкость растительного масла, разогреваем, можно сказать, что до кипения. И там будем обжаривать наши рулетики. Переворачиваем. И немного с другой стороны.
вынимаем и на бумажную салфеточку. Так делаем со всеми. Итак, у нас все готово. Так это выглядит в разрезе. Приятного аппетита!